Шире круг, шире, поверь в свой успех. Шире круг, шире, наш праздник для всех. Дорогие наши гости, уважаемые наши телезрители, сегодняшнюю программу ведут заслуженный артист РСФСР Виктор Кривонос и молодая певица из города Сочи Ольга Денисенко. В этой студии собрались посланцы из разных уголков нашей большой многонациональной родины, которая празднует свой день рождения. Помните у Алексея Суркова: через века веков забвенья тень не затуманит в памяти народа наш день рождения, 25-й день, октябрьский день 17-го года. Всех самых дерзких помыслов разбег нашел свое бессмертие в этой дате. Раб умер, и родился человек, всех благ земных творец и созидатель. Осмеленные дали, других ветров разлет. Однажды мы настали, как утро настает. Шагали в бой бесстрашно, и целый мир узнал крутую песню. Нашу интернационал. В небо жарящий цокот подков, грозовые в пути километры. У истории нет ветерков, у истории только ветры. У истории нет ветерков, у истории только ветры. Наши большие ветры срывают тишину. Вокально-инструментальный ансамбль, в составе которого рабочие, инженеры, учащиеся города Зеленограда. И мы живем бессонно, шагаем сквозь года. И сердце словно солнце хлопочет навсегда. За этот мир живой летит победный ветер у нас над головой. Это воздух великих веков, где мечты свершением смерти. У истории нет ветерков, у истории только ветры. У истории нет ветерков, у истории только ветры. Вы смотрите «Казачий пляс» в исполнении студентов факультета хореографии Московского государственного института культуры. Художественный руководитель, народный артист РСФСР Игорь Смирнов. Золотой, 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 золотой.
Хорошо ведь в эти праздничные дни наша столица. Да, и особенно в эти вечерние часы. Она так нарядна и многолюдна. А гостей сколько? Посмотрите. Гостям мы всегда рады. Милости просим в наш праздничный круг. Добрый вечер. Звідки ляж ви їдете? Такі веселі та ще й з піснями. Ми з співучого Поділля. З древнього міста Кам'янця-Подільського. В нашому краї багато пісень дзвінких. Гарно потрудились земляки. Урожай зібрали, весілля грають в селах. І летять дзвінки пісні над Поділлям. Як би мені сивий кінь, я свідельце маю, поїхав би за Дунай, там дівчину знаю. А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя Маруся. Приїжджаю до Дунаю, на горбочку хата, стара баба, старий дід, жидівка кирпата. А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя Маруся. А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся. Марусю, де ти? Де ж ти моя Маруся? Мы прощаемся с фольклорным ансамблем из города Каменец-Подольска, желаем ему успехов во всесоюзном смотре самодеятельного художественного творчества трудящихся. Голубой небесный полог ткут кузнечики в траве. День был ясен, он был долог, ночь плывет в своей ладье, не касаясь и былинки, распускаясь, как тюльпан. Запахи легенд старинных сны несут через туман. Эти стихи были напечатаны в газете «Комсомольская правда». Так состоялось наше первое знакомство с их 14-летним автором. Сегодня ученик 8 класса 92-й школы города Ростова Бажен Петухов в нашей студии. Здравствуй, Бажен. Почитай нам, пожалуйста, свои стихи. Мы словно волны дон реки, мы к морю голубому мчались, с волнами вражьими встречались, любовь к России берегли. У нас беды бились, как шуга, победы крыльями кропили, и мы в историю входили, как дон в морские берега. А жизнь волны была как крик, была короткой, как страница, а мне Февёшинская снится и мудрый Шолохова лик. Ромашка. Еще вчера по мне гадали, изнывая от тоски, чужие пальцы обрывали мои немые лепестки. В себе я солнце сохранила, оно с обломками лучей людской судьбы, остаток милый людской судьбы, но только чьей? Хоровод певучих топий, сосен серые стволы, и удары капель копий и замшисто-мягкой мглы, а в водице родниковой расплывается кольцо, словно кто-то незнакомый в воду уронил лицо. Внимание! Приглашаем вас на соревнование! Его девиз — темп, скорость, стремительность! Где Саша? Нужны же два рояля. Саша. Саша! Саша, нужны два рояля. Вот это темп. Скорость. Стремительность. Итак,
выступает преподаватель Львовской консерватории Юрий Бонь и школьница Надя Гулевич. Оля, вам не кажется, что состав участников нашей передачи очень помолодел? А по-моему, это прекрасно. Ведь чем раньше человек соприкасается с искусством, тем богаче и добрее становится его душа. И в этом году, будучи самой юной участницей фестиваля советской песни в польском городе Зеленогора, Кристина Синчила стала лауреатом этого фестиваля. Дорогие друзья, Кристина Синчила приехала, чтобы принять участие в нашей программе. Давайте пригласим ее на сцену. В программе принимает участие оркестр симфонической и эстрадной музыки Центрального телевидения и Всесоюзного радио. На сцене я жизнью живу настоящей, не светит в лицо оживляющий луч. А там за кулисами маленький ящик, который меня запирают на ключ. Паниточке, ходить я не желаю. Отныне я живая. Паниточке, ходить я не желаю. Отныне я живая. Тянутся тонкие нити, как будто без них я на стене споткнусь. Поймите вы все, наконец-то поймите, без нити невидимых я обойдусь. По ниточке, ходить я не желаю. Отныне я жива. Живая я.
Последняя нота уже прозвучала и стихнет сейчас. И снова за ниточку дергает кто-то, опять уводя за кулисы от вас. По ниточке, по ниточке ходить я не желаю. Отныне я, отныне я, отныне я живая. По ниточке, по ниточке ходить я не желаю. Отныне я, отныне я жива, а я. Друзья, к нам приближается веселый поезд Тбилиси-Москва, а ведет его заслуженный артист грузинской ССР Роберт Бардзимашвили. Смена. Познакомьте, пожалуйста, нас с вашими обаятельными артистами. С удовольствием. Это новый коллектив, детский. Организовался всего лишь год назад. Ансамбль называется «Лахты». «Лахты» — это грузинская народная спортивная игра. Вот и маленькие музыканты соревнуются между собой, музицируют. Ансамбль доставляет мне огромное удовольствие, но еще больше хлопот. А сейчас я познакомлю с молодыми, маленькими музыкантами. Зураб, ударные. Бас-гитара, Георгий. Клавишные инструменты, Георгий и Бекар. Флейта и ударный Дато. Соло-гитара Георгий. Давай. Маленькая солистка Лика Долидзе. И солист ансамбля Леван Лазаришвили. Misterio, amor, como aquí.
«Двое шарманкой» – так назвали свой номер выпускники Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства Федор и Наталья Калимулины. See you.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сейчас перед вами должна выступить еще одна гостья из Польской Народной Республики, тоже лауреат фестиваля советской песни в Зеленой Горе, Беата Милевская. Но дело в том, что в данную минуту Беата занята. По-моему, готовится какой-то сюрприз. Сегодня в доме много забот. Пироги печет для внуков, и с капустою, и с луком, и домашнее варенье нас тоже ждет. Нам найти подарок нужно, и его мы ищем дружно. Хоть товаров очень много, мы смущены. Мы скорее решить должны. Вместе с Беатой Милевской на сцене учащиеся детской хоровой студии «Восход» Пролетарского района города Москвы. Уважаемые ведущие, дети просят сказку. Сказку? Сказку? Да! Саша, у нас есть сказка. Дети, рассаживайтесь. Сейчас будет сказка.
Здравствуйте! Сказка, записанная в Архангельской области, про то, как Ванька на царской дочке не женился. А вот как это было. В деревне Солызы Архангельской губернии жила жонка. Звали ее Дарьей. А у Дарьи-то был сынок, Ванька. Вот исполнилось ему 20 лет. Вот он говорит: мамка, мамка, хочу жениться. Женись, Ванюша, женись, Ягодиночка. Всякие девки есть. Есть поповские, есть диконовские, есть старостины. Не хочу я ни поповской, ни диконовской, ни старостиной, а хочу я на царской дочке жениться. Да ты, Ванюша, издичал, что ли? Да не пойдет ведь за тебя царская-то дочка. Пойдет! Мужик я, да родной, здоровушей, да матерушей. Ну что ж, напекла ему мать шанишек, по лугушку молока дала, вот он и пошел. Глянь, а царская-то дочка по саду гулят. Как Ванька увидел, ну так те глаза и открыл. Ангелы, да бывает же такая красота. Сама толстяша, красняша, мордаста, а глазки-те, ну глазки-те, ну такие прям вот махонькие, ну так те в жиру и плыву. Вот она его и спрашивает: ты кто такой будешь? Зачем по что пришел? Я Ванька Загребалов из деревни Солзы свататься пришел. Ну что ж, вот пойдем в таткину избу, вот посидим, поговорим. Вот пришли они в царскую избу, а там на столах куча гор всякого добра понавалено. Вот сели они на лавку. Ну, вот Ванька-то ее и спрашивает. Ну, много ли за тобой чай-татка приднутно готовил? Конечно, много. С утра до вечера все одеюсь, да раздеюсь. Одеюсь, да раздеюсь. Одеюсь, да раздеюсь, все платьишки примеряю. Повалить спать некуда. Ну, а ешь, пьешь ты как? Чай тоже хорошо. Конечно, хорошо. Ведь я не какая-нибудь просто, а царска. Уж на что чай пью, и то ведь не так, как все. Вон, над столом сахарная голова висит. Вот я ее лизну, да попью. Ой, беда, думает Ванька. Где же это я ей в Солызы сахарную-то голову раздобуду? Ну, а работу-то умеешь? Ну, нас тут другие работают. Ну, может, ты грамотно? У нас в Солызы учительшей будешь. Ну, что ты? И от сопливых трубе отучить. Вот Ванька от ее и убег. Прибегает домой. Мамка, мамка, не хочу я на царской дочке жениться. Женю я, мать, на простой девке, на христианочке. И чтоб Машкой звали. Елена Ткачева. На сцене Игорь Смайлз и студенты Московского государственного института культуры. Доказал мастеровой на
сами ходят пляс, прогибается земля, и гармошку не сдержать, круг готова убежать. Тульская трехрядка, кнопочки горят, салом я заменит, люди говорят. Эй, Тулая, Тулая, Тула, родина моя, Тула, Тула, Тулая, Тула, родина моя. Толковал мне старый дед, у меня богатства нет, все сокровище мое — это тульское ружье. Попадешь в цель точно, глазом не моргнешь, а глаза зажмуришь — тоже попадешь. Эй, Тулая, Тулая, Тула, родина моя, Тула, Тула, Тулая, Тула, родина моя. Аж до неба пьется пар, закипает самовар, пей чаек да попивай, подливай, не забывай. Из старинной Тулы славен на весь мир самовар наш медный, русский сувенир. Эй, Тулая, Тулая, Тула, родина моя, Тула, Тула, Тулая, Тула, родина моя, славен испокон веков город тульских мастеров. Эй! Это что, еще одна сказка? В роли рассеянного с улицы Бассейной героя стихотворения Самуила Яковлевича Маршака выступает выпускник Государственного циркового училища Константин Волков. Thank you.
Саша, это было замечательно. Теперь я поверила, что вы настоящий маг. Люблю зиму. Наверное, потому что в нашем городе ее почти не бывает. А мы можем исполнить ваши пожелания. Но это невозможно. Нет, почему же? Как вы могли убедиться, для нас ничего невозможного нет. И помогут нам в этом дипломанты всесоюзного конкурса, мастера спорта СССР, Лилия Мандрыченко и Александр Розенов. Осветители, внимание! Надо убрать общий свет и оставить два прожектора. Саша, нужен снег. Все готовы? Внимание! Музыка! Мы похожи, веселье любим тоже, кадриль забыть не можем, улыбка в ней и стать. Окончена работа, опять пришла суббота, и нам с тобой охота кадриль потанцевать. Кадриль моя сердечная, старинная, но вечная, фабричная, колхозная, смешная и серьезная. Окончена работа, опять пришла суббота, и нам с тобой охота кадриль потанцевать. Кадриль моя сердечная, старинная, но вечная, фабричная, колхозная, смешная и серьезная. Коридори-тарам-па, 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 коридори-там. Эх, коридори-тарам-па, 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 коридори-там. Коридори-тарам-па, 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 коридори-там. Коридори-тарам-па, 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 коридори-там. Спасибо. Снег больше не нужен.
Участники этого самобытного танцевального коллектива приехали в Москву из Гиргибельского района Дагестанской АССР. Им тоже предстоит соревноваться за звание сильнейших во всесоюзном смотре художественного творчества трудящихся. Песню Евгения Крылатова и Леонида Дербенева «Три белых коня» поет Ольга Ковалевская, участница всесоюзного телевизионного конкурса «Товарищ песня». Остыли реки, и земля остыла, и чуть нахохлились дома. Это в городе тепло и сыро, это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. Снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Зима раскрыла снежные объятия, и до весны все дремлет тут. Только елки в треугольных платьях, только елки в треугольных платьях, все навстречу мне бегут, бегут, бегут. И уносят меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Остыли реки и земля остыла, но я замерзнуть не боюсь. Это в городе я все грустила, это в городе я все грустила, а за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь. И уносят меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Прислушайся к крикам чаек на рассвете, к шелесту трав под ветром, и ты поймешь, как прекрасна твоя земля. Корякский танец исполняет Светлана Хилтухина и студенты отделения хореографии Московского государственного института культуры. Ой-ой-ой.
Оля, вы знаете, что многие исполнители обязаны своим появлением в нашей программе письмам телезрителей, которые рекомендуют нам пригласить тех или иных участников художественной самодеятельности или исполнить ту или иную полюбившуюся песню. Вот и в этом письме содержится просьба исполнить песню Алексея Мажукова на стихи Николая Зиновьева «А музыка звучит». Я знаю, что эта песня вошла в ваш репертуар, вы ее поете. Пустело все в осеннем старом парке городском. Встретились случайно мы почетовым счастливым колесом. Музыка негромкая, знакомая, летит со всех сторон. Только вот судьба у нас с тобою не смешной аттракцион. А музыка звучит, как разлуки стон. Это старый вальс, осенний сон. Сквозь года, сердце обжигает грустью он. А музыка звучит, слезы за улыбкой прячешь ты. Не грусти и за все прости. На краю несбывшейся мечты. Где-то в одиночестве колдует репродуктор вдалеке. Вновь, как прежде, сердце мое тянется отчаянно к тебе. Стихом отгуляла листопада золотая канитель. Но не откружилась в нашей жизни и надежды карусель. А музыка звучит, как разлуки стон. Этот старый вальс, осенний сон. Сквозь года, сердце обжигает грустью он. А музыка звучит, музыка звучит. Слезы за улыбкой прячешь ты, не грусти и за все прости на краю несбывшейся мечты. А музыка звучит, как разлуки стон, это старый вальс, осенний сон. Сквозь года сердце обжигает грустью он.
звучит, музыка звучит, слезы за улыбкой прячешь ты. Не грусти и за все прости, на краю не сбывшейся мечты. Вы смотрите «Ноктюрн» в постановке Ларисы и Владимира Кузнецовых. На сцене народный коллектив бального танца «Эврика» Измайловского парка культуры и отдыха города Москвы. Года Москва принимает эстафету мира, дружбы, братской солидарности от Гаваны, столицы социалистической Кубы. К этому празднику молодости готовятся все коллективы художественной самодеятельности нашей страны. Возможно, и эту зажигательную самбу в исполнении юных воспитанниц спортивной школы города Таллина увидят гости фестиваля. Bye.
У наших зрителей прекрасная память. Судите хотя бы вот по этому письму. Оно из города Кричево, Могилевской области, от Бакуновой Антонины Алексеевны. В ваших программах выступал симпатичный парень с баяном. Не помню его фамилии, кажется, он ленинградец и учился тогда в высшей школе профсоюзов. В его исполнении много доброго юмора и лукавинки. Хотелось бы встретиться с ним еще. Выполняем ваши пожелания. Сергей Березин, стихи Михаила Танича. «Всюду только ты» поет лауреат всероссийского конкурса Анатолий Фокин. На ветру качается золотая рожь, и навстречу солнышку легкая идет. Травы ноги клонятся, шепчутся цветы. Это ты, всюду только ты. Саратов на Волге, Ростов на Дону. Пишу я на многих, а вижу одно. А ты не знаешь о том ничего. Живешь и не видишь меня одного. Поспевают яблоки, зацветает хмель. Не тебя ли в городе кружит карусель? Полышалки с маками редкой красоты. Это ты, всюду только ты. Саратов на Волге, Ростов на Дону. Пишу я на многих, а вижу одну. А ты не знаешь о том ничего. Живешь и не видишь меня одного. На двоих скамеечка широка одной. Ты на ней прощаешься, разве не со мной? Ветерок на тополе сосчитал листы. Это ты, всюду только ты. Саратов на Волге, Ростов на Дону. Гляжу я на многих, а вижу одну. А ты не знаешь о том ничего. Живешь и не видишь меня одного. Ла-ла-ла-ла. Среди наших зрителей много поклонников аккордеона, этого прекрасного и незаслуженно забытого инструмента. Вы знаете, Оля, когда-то аккордеон называли пианино на бретельках. У аккордеона, у каждого аккордеона есть традиционные два ремня, которые помогают поддерживать исполнителю этот тяжелый, весящий около 14 килограммов инструмент. Играют преподаватели музыкального училища города Егорьевска Московской области Галина Бусарова и Ольга Капитанова. Художественный руководитель дуэта – кандидат искусствоведческих наук Альфред Мартинович Мирек. Thank you.
Эта старая мелодия так располагает к воспоминаниям. Но мне кажется, что старые мелодии не только вызывают лирическое настроение. Вспомните, сколько было прекрасных, ярких, жизнерадостных песен и танцев, в которых и яркие человеческие характеры, и жизнь, и молодость, молодость наших пап и мам, бабушек и дедушек. Оля, давайте с вами сейчас вместе вспомним одну такую мелодию. Оркестр. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Отвечала парню так: партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной, ждет тебя дорога к партизанам в лес густой. Только произнести два слова. Махмуд Эсамбаев. И вспоминаются удивительные по своей выразительности и красоте танцы. Павлин. Макумба. Бог солнца. Автомат. А знаете ли вы, что наряду с театром существует и школа? Герой социалистического труда,
народного артиста СССР Махмуда Алисултановича Эсамбаева. И сегодня мы можем познакомить вас с одним из его учеников, Сулумбеком Идрисовым. Аргентинский народный танец. Ансамбль народной музыки «Вариант» Дома культуры бумажников города Соликамска поет немецкую народную шуточную песню «Трудно сказать». Нынче к нам Франц придет в гости опять. То ли через боры гора мергал, то ли через город обера мергал, то ли, может, вообще не придет, трудно сказать. Шепчет мне мать. То ли полушалокалы получу, то ли шелк на покрывало получу, а то ли, может, вообще ничего, трудно сказать. Франц мой решил свадьбу справлять. То ли буду с ним я долю разделять, то ли позволю волю в поле погулять, то ли, может, вообще прогоню, трудно сказать.
Внимание! Звучит гонг. Вновь приглашаю вас, уважаемые зрители, на наши художественные соревнования. На этот раз соревнуются две танцевальные пары народного ансамбля бального танца «Эврика». Слева от нас Анна и Александр Машковы. Справа Светлана и Борис Третьяковы. Исполняется быстрый фокстрот. Пары готовы? Внимание! Музыка! Внимание! Оценки! Судя по оценкам, боевая ничья. Саша, призы! Самой элегантной паре и самой оригинальной. Я слышала, как за кулисами вы напевали цыганскую песню из оперетты Евгения Птичкина «Бабий бунт». По-моему, сейчас самое время ее спеть. Ну что вы, Оля, ну это же оперетта. Нужны декорации, костюмы. Ну это ничего. Саша, где Саша? Саша, нужны костюмы и декорации. Вместе с Виктором Кривоносом на сцене участницы ансамбля «Вдохновение» Московского института пищевой промышленности. У цыгана жизнь кочевая, это все. Чебай!
моя слаще, чем хмельное вино. Костер, не костер, если нет огня. Цыган, не цыган, если нет коня. Ни почем тумана серый дым рядом с другом верным вороным. В рощи прячется в крутой ары рыжий, как подсолнухи день. Если под рукой гитары, пригодятся струны дождей. Костер, не костер, если нет огня. Цыган, не цыган, если нет огня. Ни почем тумана серый дым рядом с другом верным вороным. Над кибитками бьются ветры, на заре свистят соловьи. Если влюбится без ответа, то умрет цыган от любви. Костер, не костер, если нет огня. Цыган, не цыган, если нет коня. Ни почем тумана серый дым рядом с другом верным вороным. Костер, не костер, если нет огня. Цыган, не цыган, если нет коня. Ни почем тумана серый дым рядом с другом верным вороным. Программе «Шире круг» поют солисты ансамбля «Эолика» Ольга Раецкая и Виктор Бураков. Будь со мною, только будь со мной.
все, что с нами будет скоро. Пусть любовь святой истории будет в радости и в горе вечной, словно море. Сердце слышит песни море, все, что с нами будет скоро. Пусть любовь судьбой споре будет в радости и в горе вечной, словно море. Приятно представить сегодня нашим зрителям гостя программы «Шире круг», народного артиста Латвийской ССР, лауреата премии Ленинского комсомола Латвии, композитора Раймонда Палса. Мне очень приятно, что меня пригласили на вашу популярную передачу. Я тоже поклонник вашей передачи. И почему? Потому что передача все-таки дает очень большую информацию, много внимания уделяет народному творчеству. Мы можем услышать, увидеть здесь очень много талантливых самодеятельных коллективов. И в том числе очень приятно, что эта передача и не забывает мой любимый жанр, то есть эстраду. На этот раз вместе со мной в этой передаче участвует один из самых популярных латышских ансамблей «Эолика». Я этот ансамбль хорошо знаю, и знаю, потому что я следил всегда за их успехами. И мне он нравится, потому что этот ансамбль не заимел успех сразу. Он очень долгие годы как-то не мог, может быть, даже найти себя. А потом эта популярность заслуженно к ним пришла. Потому что там много талантливых музыкантов. И интересно то, что в основном все певцы выходцы из самодеятельности. И одна из них, Илона Степанова, выступала уже давно, многие года, лет тому назад, здесь в той же самой передаче, уже в то время как представительница самодеятельности, то есть завода ВЭФ. Сейчас она уже профессиональная солистка этого ансамбля. Вы услышите в исполнении ансамбля попурри из моих песен. Kauli, oi, oi, vairs nevar ciest. Jan
ojoj, vai tiešām būtu, būtu laiks man pie tēviem iet. Vēl iedzer dzīvo, gribas, gribas un mīlēt mazu liet. Jā, 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 pirtī, somu pirtī iesim mēs. Pirtī, visas tur mūs izārstēs. Pirtī, tāds kā cesi sārts un pliks. Pirtī, prom uz upī bāriņa žvīts. Un tā ansamļa eolika izpildīmā. Веселые и задумчивые, лирические и задорные. Везде звучат эти песни о любви и молодости, о радостных надеждах и добрых мечтах. Они о молодых и для молодых. Эти песни и эта музыка. Вы смотрите «Гопак» в исполнении ансамбля народного танца «Веселка» электротехнического завода города Винницы. Художественный руководитель Анатолий Кондюк. Закончилась наша праздничная программа «Шире круг», которую провели заслуженный артист РСФСР Виктор Кривонос, артистка Ольга Денисенко и Саша Александр Воробьев. Земля, которой веришь свято, если с тобой весенних птиц полет крылатый, если с тобой согретый лаской материнской родимый дом, где ждут тебя. Если с тобой рассвета утреннего песня, если с тобой цветы и звезды всюду вместе, если с тобой страна от края и до края сна, с тобой всегда твои друзья. Нам нужно, нам очень нужно, чтоб мирно цвела земля, чтоб силой дышала дружба твоя, друг и моя. Oh.
Звезды.